Всем привет, меня зовут Лена, спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня хочу сделать видео с обзором со сводчами на губах. Вот такой вот нюдовой палетки для губ от L'Oréal. Я уже делала обзор на такую же в красных оттенках, сегодня будет вот на эту наконец-таки. Who can hustle hardest? Who can shout the loudest? I try to watch and learn, yeah. Guess I've been lacking, never liked to practice. So do I gotta change just to make a change? To evolve my game or evaporate? Or do I follow my own, put my blindfold on, run the marathon, try to prove them wrong? Everybody just gets enough to do. I'm making it as just different points of view. Guess I'm trying to keep my back. Это был обзор нюдовой палетки помад от L'Oréal Color Rich, и я также делала обзор палетки в красных тонах, вы сможете посмотреть его по ссылке в описании. Надеюсь, была вам полезна, на сегодня я с вами прощаюсь, всего хорошего, не забывайте подписываться, и до новых видео, пока-пока!